Доброго здравия, друзья! Вы на канале Рыболовные войска. Это наш очередной совместный сотрудник полиции рейд по реке Большой Черемшан. 33-й по счету. Продолжаем, значит, мы чистить нашу реку для того, чтобы, во-первых, и рыбаки могли комфортно рыбачить, не зацепляя там ни джиг, ни свои приманки не оставлять. Чтобы у нас была рыба, как мы видим, она уже есть, ее неплохо ловят на удочку, да? Это в первую очередь нужно нам всем, чтобы наша река была чистая и водно-биологические ресурсы здесь размножались и было комфортно в городе. Да. Спаривать будем, какие-то как древние. Грязи. Район Зайки, вон форт, вот Зайка, там кирпичка, первые рыболовки, древние какие-то, грязище прям заиленные, потому что она одна-две, но заиленные, хорошо, такое ощущение, что стоят прям месяца два и не тронуты. Вон она даже не вылазится. Заиленная тоже. Кое-как, да? О. Подержи, пожалуйста. Поехали, рыболовочки. Скинули нам координаты вчера. Спасибо большое добрым людям. Рыбачат и цепляются вот за это дерьмо кругом. Сейчас будем
отпускать. Трак, смотри, сколько тут. Прям хорошо. Какие дня? Три. Больше? Ну, не знаю, наверное. Так, сколько он рак? Сейчас два, наверное. Хорошо. Угрозет. Угрозет. Может поплавать. О, красавчик. Вау. Не буду говорить. А вы нет. Сеть. Да это резинка, что ли, у нее оттяжка. Поймали сеть. Это кирпичка. Рыболовки. И шо? Большие опять вот эти. Вот в прошлый рейд я был один. Теперь у меня напарник будет один. Отрабатывать. Ну не, я помогу. Сами грязные, что-то оттяжка длинная. А его больше вон на это? Навряд ли. Сколько штук? Сняли. А, ну значит это вот на длинный третья. И наверное еще. Они только выбритые, да? Прям вот, прям вот. Потому что вообще даже ни ракушки, ни, вообще ничего нет. Ни рыбы, ни мяса. А вон мясо там чуть-чуть, да? Ну, два. Еще рыболовки. Одна что? Один рак там же? Да. Здесь они прям как будто, да, только вот, либо свежевыбратые. Продолжаем чистить реку, чтобы у нас размножалась и рыба, и раки, и все было в достатке. Я сейчас буду отпускать, пока положи. И... чтобы комфортно было рыбакам рыбачить, как минимум. Да, рыбачить и ловить. И так у нас уже рыбы достаточно. Та же самая, что ли? Дура. Съешьте меня, съешьте!
Причем такая. Такая, Мариночка. Еще. Нажми на экранчик. Ага, фокусируй. Плохая рыбка. Отлично. Их я представляю, поскольку тут ночью вышибают его везде. Да. Нет, я выйду в ночь. Не раз выйду. Более-менее. Маленький. Говорю, дошибают. Вот лещ, вот этот вот. Дать ему вырасти, да? Он ведь, как раньше ловили. Я здесь на ЖД мосту там трешку ловил. На удочку, на поплавочную, представляешь? А они просто не дают ему вырасти. Дали бы вырасти рыбе, и ловили бы потом все. Вот, это за нас заснять, да? Фига шарух какая. Ничего. Готовится уже, она просто большая. Такая сорока. Большая. Ай-яй. Или это не сорок, или это ящ? Да какой нафиг ящ? Что это? Нет. Сорок же. О, сорок. Полненько так. Бля, сорок какая, слушай, я бы ее... Долго не добавил, такая бухать, как охуенная получилась. А? Что? Большой какой-то. Во. Вон он, понятно. Вон за ним надо. Все, готово. Ну все. Надо уже. А? Марин. Нет. А Марин еще может уйдет. Дошли мы до кирпички, там почистились, а там развернулись. И по противоположной стороне, где с кошкой не ходили, идем. Не сказать, что прям так сильно все. Город. Город будет чистым у нас. Рано или поздно. Вообще бы там все. Так, значит, сомика мы достанем, там вон пару рак. Давно это выгрузим. Давай, Саняра. О. Улиток не надо никому. Улиток. Французов нет. Похож какой-то, знаешь, на прошлогодний. Сегодня у нас. Сом. Оба. Давай, красава. Пока. Покажем. Вон там сомики, видите? Сколько уже сомиков мы отпустили? Двоих-троих. Вот еще. Подрастут. Спасибо. Ловите на здоровье. Оба! Оба. Один пошел, второй вон там и рак вон есть сколько-то. Да вроде, вот смотри, старые они, да? А рак тут не особо. Или он в грязи, там мы его не видим просто.
Еще есть. Где ты? Полегче идешь? Приподними чуть. Я, братан. Давай. Кто ж ты? Я сейчас тут подрежу. Оп. По противоположной стороне вот сейчас дошли до Заки. И сейчас будем постараться уходить туда. Вот и комфортной рыбалки и размножение ВБР. Сейчас, значит, разгружаем все вот это. Что там есть по мелочи какой-то вон рачок. Вон вижу одного. Вон пару штук. Сейчас отпустим. И это. Едем дальше. Как мы пропустили, что он заложил. Спасибо, Василий Валерьевич. Тигровый какой-то. Они не поймут, что происходит. И какой красивый. Они в грязище спрятались. Грязь маленько отошла. Я думаю, они сейчас уйдут. Он шум-то какой. Хороший. Неплохой. Хороший. Если бы он был сорочкой, он был бы хороший. А так это маленький ребеночек. Грязный он весь, грязище. А вот еще меньше. Вот они, брат с сестрой. Федя и Юля. Вон Юля ушла. Вот Федя за ней. Красота. Смотри, как они, как в аквариуме, смотри, да? А вон там еще один стоит. Теперь дай-ка мне камеру. Зарылся, вот они стоят. Вон Соник уходит. Вон он уходит. Один вот здесь зарылся, вон его видно чуть-чуть. В траве. И вот еще один. Пошел. Это Юля. Это Юля? Да. А Федя вон закопался там, да. Вон он смотрит. А вон Федя сидит в траве. Растите самые. Потом поклевочкой какой-нибудь своей принесите радость кому-нибудь. Только не браконьерам. Давай, тряси. А ну на, подержи. Какой город? Давай,
надо подточить ножик. Я его сейчас в кассервис кину. Олег, ты чё? Иди. Цирковов, три сети. Сейчас ждем и продолжаем рейд дальше. Продолжаем наш рейд. Сейчас тут поставить, пройдем. Ну и там посмотрим. Еще рыболовки. После первой выгрузки. Так, еще рыболовочки. Подержи там, если рак будет сейчас куча. Еще рыболовки. Еще рыболовки. Еще рыболовки. Это у нас район. Ну, вон труба. Вон этот торпедо, стадион. Как тут, что тут, старится, не старится. Че, все, что ли, груз? Груз на другой стороне той же БНД. Вон там три рачка есть. Надо его перевернуть. Ну давай, это отпустим, сейчас выгружать будем. Я это выкину его. Да, вот так сделаем, да, прям битковая. Прям она, вон, чё. Давно я столько рака не видел, а? Сейчас, да. Продолжаем ходить по городу. Продолжаем ходить по городу. Прям по всем сторонам. Везде будем ходить сегодня. Дохаживать уже. Уже сколько? 7 часов почти на воде. А еще часов поплаваем. И пойдем в сторону дома. Да здравствует коряга. За кого? Это, как она? Ракушка лоб. Этот раковки вытряхаем. Для эффекта, для эффекта. Смотрите. Смотрите, сколько рака. Ууу, такой весь он. Ууу, там уж половина вон в воде. Солдатики. Ты с этой вытряхнул, да? Да. Да, да, вижу. Какие. Оп, они сами уходят. Такие медленные. Сколько сегодня рак отпустили, да? Голов 250. Сегодня мы работали по городу, ну грубо говоря, вот прям по городу, да, обошли мы, тщательно прям прошли Зайку, тщательно прошли Кирпичный, до поворота вот там дошли, развернулись и по другой стороне, ну то есть тщательно прошли город, ну вплоть до БНД, наверное. То есть вот эти все районы, ну прям тщательно хорошо прошли. То есть как в итог, вы видите, да, горят. Это в общей сложности 22 раковки и 3 сети. Пока мы жгли и записывали, да, сотрудник полиции у нас пошел погулять и нашел все раковки. Сейчас поедем их снимем. Все видно там, да? Значит, раковки эти, которые после того, как с костра отошли, сняли.
мы их по месту назначения, где они должны быть, туда их и отправляем. Оба. Рейд завершен. До новых встреч на воде. Подписывайтесь на наш канал.